С целью популяризации новой организации в школах Курагинского района 15 февраля в Доме детского творчества состоялся круглый стол «Российское движение школьников. Лучший путь к личностному и профессиональному развитию». Мы будем говорить, что такое российское движение школьников, зачем оно нужно, что оно развивает вообще в школьниках и о направлениях российского движения. Участниками разговора стали лидеры детско-молодежных общественных объединений курагинских школ номер 1 и номер 3, а также гости – представители политических партий, молодежных и общественных организаций. Сегодня в организацию «Российское движение школьников» уже вступили самые активные старшеклассники нашего района. Они являются первыми помощниками педагогов, с удовольствием участвуют в значимых мероприятиях, на них равняются, с ними хотят общаться ровесники. Александр Еремин не только участник движения, но и активист краевого пресс-центра. Этот активный юноша ставит перед собой цели и прилагает усилия для того, чтобы они реализовывались. Ну, поскольку я являюсь участником пресс-центра, то, естественно, я пишу статьи в первую очередь. Я работаю редактором в краевой группе РДШ Красноярского края. Я учусь в Курагинской школе номер 3. Ну и также стараюсь заниматься самообразованием, читаю различные увлекательные книги, научно-популярную литературу и собираю кубика Рубика. И, наверное, самая главная цель в жизни – это все-таки помочь человечеству в будущем решить какие-то, помочь в решении каких-то глобальных проблем. Ну, допустим, сейчас очень такой обсуждаемой проблемой является проблема экологии в России, ну и в частности, и в мире в целом. Пока, на самом деле, я не так много чего делаю, но, вот по крайней мере, сегодня я пришел как лидер на это мероприятие, и если понадобится, я выскажу какие-то свои идеи по поводу нерешенных вопросов. Школьники и гости говорили о четырех направлениях российского движения школьников и обсуждали цели, которых хотят достичь. Это повышение активности через участие в краевых и районных мероприятиях, вовлечение в деятельность движения своих друзей. Все участники встречи выразили единое мнение, что такая серьезная общественная инициатива, как российское движение школьников, может объединить неравнодушных, увлеченных, искренне радеющих за дело людей.